Еще раз, добрый вечер. Мы сегодня подготовили для нашего путешествия маленький сет, который называется «Три капитана три». Вот этот наш маленький «Ос Авиахим», так превращен самолет был. В конце самый громкий зритель сможет на нем улететь в Австралию. Лампа, заменяющая гиперболу инженера Гарина, одновременно используемая Чеховым для написания своей каштанки. Ну и, конечно, глобус. Похлопаем глобусу отдельно. Это путешествие через весь мир, которое мы сегодня совершим. Мы начинаем наше путешествие из Рио-де-Жанейро. Город, во многом отвечающий требованиям обер-манекен для написания песен. 20 лет примерно писался альбом «Серпантин Венеция», и когда, наконец, был написан на этом «Оссо Авиахиме», мы перенеслись к каналам этого старинного города, который принимал в своих объятиях и Бродского, и практически всех других поэтов на букву «Б», в том числе и меня. Альбом должны были привезти сегодня компании «Миру мир», но на пути им встретились бандеровцы, и, в общем, сейчас идет битва за последний тираж этого замечательного альбома, а мы приступим к концерту. Спасибо, что пришли. Древние птицы смотрят
нас, и древние птицы с глазами Фридриха Ницше. Оркестр пожарных поет про меня, оркестр пожарных поет про меня, оркестр пожарных поет про меня. Оркестр пожарных поет про меня, оркестр пожарных поет про меня. Нашего альбома, который будет по-прежнему называться «Бриллиантовый дым». Но Венеция долго собиралась из песен, которые были написаны на протяжении последних нескольких лет, и в результате она стала как бы центральным альбомом триптиха. То есть после Венеции выйдет альбом «Бриллиантовый дым», который будет как бы первым томом этого многотомника, и следующий уже третий том будет называться «Византийский астронавт». И мы сейчас послушаем эту невиданную песню. Византийский астронавт
пьет фризанта, словно кровь. Безвоздушная среда и рубиновый четверг, значит, завтра будет новый снег, новый дождь, новая звезда, и ты, и я плывем между звезд. Ты и я все видим Византийский астронавт ждет у моря СМС, ждет у моря визави. Византийский астронавт, он уже теряет вес. Безвоздушная среда и рубиновый четверг, значит, завтра будет новый снег, новый дождь, новая звезда, и ты, и я плывем между звезд, и ты, и я все видим насквозь. Спасибо большое. «Византийский астронавт» — песни из следующего альбома. И так как сегодня над городом Петербург был, судя по всему, распылен снотворный газ, видимо, мне придется пользоваться кофейными наркотиками этого замечательного рыбного места. Сейчас с помощью шоколаде, видимо, одна из порций придет. А мы пока, я думаю, давайте попробуем сыграть в игру «Цветик-семицветик». То есть мы можем сделать, каждый найдет себе свой лепесток,
розовый, алый или ультрафиолетовый, и выберет песню, которая вдруг может прозвучать на нашем мега-концерте. Итак, следующая песня будет называться «Песня без слов», и в это время мы подготовим, наверное, нашу викторину психоделических желаний. Итак, «Песня без слов». На слова Будды. Эта планета на губах Хари Кришны. Песня без слов, вращается глобус. Ты любишь свой лотос, ты любишь свой голос. Запятые рассыпались бисером. Запятые рассыпались маком перед дельфинами, перед морскими пиратами. Кофейные зерна, эти кофейные, будут вращаться долго в моей голове. Третье утро падает с неба звезды. Песня без thank you.
ваше здоровье рекомендую. В баре прекрасный кофе. Добавляется абсент сюда и две капли мескалина. Эффект очень хороший. С Новым годом! Двигаясь дальше по летописи наших песен, которые мы хотели сегодня показать, наверное, мы, я имею в виду «Вентилятор» и «Глобус». Лампа молчит, и поэтому ее мнение пока не важно, потому что только свет рождает в наших глазах отголоски песни «Ночной портье». Давайте поможем. Нега и роскошь, серебристая пыль, кокаина, зимние бабочки спят. В гербарии глаз среди меха и перьев павлина на обнаженном теле моей любимой, и все вместе меланхолически. Ответ, как тени ищет.
темноте, пустой отель, ночной портье. Меланхолический ответ, как тени исчезают те. Пустой отель, ночной портье. Я вас не слышу. Итак, после такого замечательного путешествия в мир грез немецких офицеров, вернемся в Санкт-Петербург в начало 80-х годов, когда молодой Гребенщиков еще служил гондольером и перевозил по Фонтанке партработников, когда юный Шевчук работал в аптеке и занимался витамином С и другими витаминами. Песня называется «Город солнца». Посвящается четвертой жене Гагарина. Сейчас небольшая настройка, видимо, духи Шевчука подействовали на высокие струны. Действительно. Джимми Пейджи нам помогли настроить гитару. Они гораздо сильнее предыдущих эльфов. Итак, «Город солнца».
под дымкой все несмело, словно росчерком пера, завершающего дело, застывает воздух криво в отражении воды. Так красиво, так красиво, так красиво. Пух и ветер, случайные сады попадаются навстречу. Песни меня попросили исполнить синоптики, так как они сказали, что пора с помощью каких-то волшебных заклинаний снова вернуть солнце в Петербург. Я думаю, что завтра это дело поправится, тем более, что завтра у нас будет съемка на «Балкон ТВ» с замечательным Севой Гакелем. В отличие от Москвы, Петербург сохранил удивительный ритм жизни. Допустим, та орда, которая прибежала и захватила Москву, лишает пространства возможности контакта. Петербург же неожиданно в течение такой небольшой прогулки, оснащенной удивительной клубникой, мандаринами. И вообще, на самом деле, Петербург стал напоминать маленький такой... маленькую страну где-то на Бали. То есть очень много экзотических фруктов, практически бесплатно по отношению с Москвой. То есть у меня даже случился такой цифровой шок. И вот, поедая клубнику, я встретил, наверное, известного вам бывшего виолончелиста Большого симфонического оркестра береговой охраны Севы Гакеля. И... с ним сидел замечательный режиссер «Два капитана 2». Вот. В это время мы выпили ультрафиолетового чая, который заказали в кафе «Ботаника». И я думаю, что это вообще прекрасный способ, чтобы снять перстень, который мне мешает уже 4 песни, и продолжить наш концерт. Итак, еще раз здравствуйте. Я вас не слышу. Итак, так как у нас Петербург стал экзотическим городом субтропического климата, песня, посвященная ему, называется «В притонах Таиланда».
выпускники Йеля и Кембриджа. Устав от научной работы по расщеплению атомных ядер, производят спектральный анализ взглядов уличных женщин, срывают запретный плод в загадочном сердце Азии, действуя быстро и точно. Сложив изумрудные крылья, к ним в постель заползают анаконды и королевские кобры. Из лабиринтов черных зеркал потусторонние силы управляют дыханием и движением бедер. Глобус вращается, и мы потихоньку перемещаемся из стратосферы в район Средиземноморья. Настройте свои GPS, внутреннее подсознание. Мы сейчас находимся вот здесь. Похлопаем сами себе. Это важно, любить себя. Итак, песня, которая прозвучит следующей в нашей программе, посвященной парашютистам подсознания, называется «Магнетизм». Thank you.
гореть в огне твоих глаз. Хороший час узнать вкус твоих губ. Хороший час услышать космический джаз. Услышать пение галактических труб. Как мне спасти тебя от реальности? Как мне спасти наш животный магнетизм? Я погружаю тебя в невесомость. Сейчас, сейчас. Я вас не слышу. Мой внутренний Каруза удовлетворен. Спасибо. И песня «Магнетизм» как бы притворяет дорогу туда дальше, по тропинке, которую в свое время Набоков показывал молодой еще балерине Гиппиус, когда она занималась кручением обруча вокруг Казанского собора. Итак, девочка-подросток. Песня, которая потихоньку, сегодня же у нас будет звездопад, и мы должны закончить концерт, когда упадет первая звезда из Сириуса. Итак, «За звезды». Не останавливай свой взгляд на случайных прохожих. Смотри в зеркала витрин модных магазинов. Только они
достойны твоей нежной кожи, девочка, подросток, с запахом апельсина, девочка, подросток, с запахом апельсина. Автомата я подношу к твоей сигарете пурпурный закат. Начнем путешествовать по клавишам твоего клавесина, девочка, подросток, с запахом апельсина, девочка, подросток. Существует радуга ветрового стекла, время в электронных часах, это новое чувство свинга, девочка, подросток, с запахом апельсина, девочка, подросток. Второй чашки кофе, где космонавты, умеющие делать эти нольтранспортировочные прыжки.
Вращаем наш волшебный глобус, спасибо. Здесь находится площадка Байконур. Здесь находится мыс Канаверал. А здесь наша новая космическая ракетная установка находится в районе Сейшил. Отсюда мы стартуем сейчас на нашем корабле, который называется «Миру мир». Песня «Космический гость». Троюродный сын. Подзаправимся. Гелий-3. Прекрасно действует на невесомость. Итак, космический гость еще один раз. Проспекты, пепел упавших звезд, в электрическом свете я поднимаю свой тост. Мой шофер врач, он включает джаз и вставляет мне электронное сердце 120 ударов в час. Космический гость. Космический гость, если ты здесь, если ты рядом, спой мне песню, которую слышали Венера и Марс. Космический гость, космический гость, если ты здесь, если ты рядом,
дай мне знать движением губ, движением глаз. Дает стартовые площадки кораблям, летящим к планете любви. Город 5000 станций метро отправляет экспрессы к центру Земли. Спасибо. И в конце нашего юбилейного концерта мы исполняем, как заведено в последние 5000 лет, песню, которая называется «Маркиза де Сад». Исполняется впервые. Во многом она связана с тем, что, как известно, заканчивается уже весна. Завтра, послезавтра наступает лето, а это время самого отчаянного садомазохизма. И поэтому мы хотим сделать как бы небольшое такое преамбулу, вступление, саундтрек для ваших этих нежных садомазохистических чувств. Итак, ура! Видимо, не очень в садомазохизме, наверное, больше в массаже разбираются ребята.
Метель — это сад, где пчелы любви собирают мой яд. Губы в крови от поцелуев, маркизы де Сад. Светские львы. Сад, где пчелы любви собирают мой яд. Губы в крови от поцелуев маркизы де Сад. Светские львы. Ловят твой
Спасибо большое. На этом наш концерт закончен. Если какая-то еще, то нужно его понять, что еще. Рулетка. Вот давайте, на какую песню больше всего будет аплодисментов? Что, молодой человек? А что вы сказали? А что там про шпионов было? Дачные велосипедистки. Кто сказал, тот их похлопал, по-моему, единственный. За надувные колеса. Итак, дачные велосипедистки. Это сегодня заключительная наша песня, и мы идем в лес собирать грибы. Итак, дачные велосипедистки. Необыкновенного энтузиазма. По-моему, вы все с проспекта энтузиастов сбежали. Прозрачные спицы в колесах едут на дальние пляжи, воздушные так поцелуи, воздушные как поцелуи. Пионеры уходят. В утренних электричках смотрят порно-журналы, говорят о мальчишках, воздушные, как поцелуи, воздушные, как поцелуи. Пионеры уходят в подполье на время летних каникул. Едут на Гаити, оставляя ключи от Роллс-Ройсов, квартиры и деньги в конвертах, воздушным, как поцелуй, воздушным, как поцелуй. Пионеры уходят.
белых костюмах опыляют себя цветами, шепчут на ухо слова воздушным, как поцелуй, воздушным, как поцелуй. Пионеры уходят в подполье на время летних каникул, я вас не слышу.